Одесса могла стать не только Голливудом у Черного моря, она могла стать родиной кинематографа. Да, вот немножко так, может быть, удивительно звучит для многих, но нужно отметить, что в 1893 году механик Одесского университета Иосиф Тимченко изобрел так называемую улитку, скачковый такой механизм, который позволял снимать кадры и демонстрировать их друг за другом последовательно с небольшим, так сказать, временным сдвигом. А уже через год, в 1994 году, в начале года, в январе, он это продемонстрировал на всероссийском заседании Съезда естествоиспытателей.